Алёкминском районе подводят итоги года экологии. Тематика 2017-го объединила свои идеи не только общественные организации, но и отдельные семьи. Подробнее об этом далее. Эта песня символично стала открытием большого мероприятия по подведению итогов года экологии. В зале собрались все те, кто активно принимал участие в ряде акций и конкурсов. Наряду со взрослыми здесь за круглым столом сидели и школьники. Тоже символично. Для процветания нашего города и района, мне кажется, я могу вступить в волонтерские круги, чтобы очищать наш город и район от мусора и пропагандировать чистоту и экологию вообще в целом. Как никогда в этом году активизировались общественные формирования. Отмечены были и просто неравнодушные граждане. Так семья Шамардановых в течение длительного времени содержали на реабилитации у себя дома лосенка и косулю. Двигатель – любовь к природе. Кто будет в Мильном, просто там рассказывал, какие животные прибыли с Алёкминска благодаря вот этим названным товарищам. В отдаленных наслегах особое отношение к природе более глубокое, слишком связано у них человек и природа. Не секрет, что сегодня есть такие места, в которых мы часто смотрим не экологическими глазами, скажем так. Ну, а дети, они все это смотрят, и они поднимают проблемы. И походы, и так далее, или выходы на природу, они также стремятся вот следовать тем традициям, которые следовали наши предки. Вот. Мальчишки и девчонки школьного лесничества «Живой лес» вряд ли станут равнодушными обывателями. За плечами большой опыт по посадке деревьев и по зеленению родного города. Их саженцы будут расти вместе с ними. Но самые важные слова напутствия сказал общественник Юрий Львович Васильев. Год экологии давайте продлим в бесконечность, чтобы вся наша жизнь была посвящена сохранению нашей планеты, нашей родной земли, малой родины. Елена Фаст, НВК Саха, Алёкминск.